Клана Японии, короче, и все. Он что? Это ты взорвалась? Да. Как? Я пштырь взорвалась, я не знаю. Че? 15 минут? Ну ты все знаешь. Вот начинается. Типа ты все знаешь. Типа, а, Хашка, Хашка. Ха. Блин. Надеюсь. Точно, Хашка, Хашка. Хашка, Хашка, Хашка. Успел. Я, блин, тут. А он даже не залочил. Да. Посмотри сейчас вот этот дирижабль. Надпись. Надпись на дирижабле. Это самый топ, что есть на этой карте. А я как раз говорила про надпись, когда он создавал ее. Напиши это. Да? Он там сказал, типа, ну, наверное, свой этот YouTube, типа, напишет канал. Ага. Я говорю, зачем? На эту карту никто не зайдет. Вот это надпись самая топ, что есть на этой карте. Блин, стой, я забыл уже, как тут ехать надо. Ты говоришь, помнишь. Я не помню первые штрихи. Я надпись только помню с этой карты. Ага, конечно. Что, ага? Ну что ты начинаешь? Вот на восьмой, честно, не был. Вот даже вообще не был. Даже не смотрел на картинку. Просто добавил и все, несмотря на нее. Почему меня заносит, я не понял. Ай. На одном и том же. Зато я уже знаю название для этого видосика. Карта говна, автор пидор. Что вы сказали? Какой у меня компромат есть? Буду просто слово вырезать и где-нибудь попа не вставлять, и все. А что тут такого-то? А, тут дальше ехать. Дальше ехать. Ё-моё, тут сколько ехать-то? Все замечательно. А, я упала. Офигеть, сколько там ехать. Я это не пройду. Б пропала, кто остался на лайке? Я это не пройду. Ты что, шутишь? Почему? Да. Да это есть. Далеко там еще после этой тоненькой? Да. Перепрыгнуть, спиралька кривая. А после спиральки там еще что-то? Не, после второй тоненькой там спиралькой. А, после второй тоненькой там уже чек. А, ну вот я на вторую тоненькую упала. А вторая тоненькая там, она еще и кривая, помимо всего прочего. Там ты нее просто... Как ты до второй тоненькой? Я тут читер! А он что-то, по-моему, поменял. Тут как-то проще проходились вот эти штрихи. Да вряд ли он что-то тут менял. Ну да, я тоже. Ну блин, я как-то это легче проходил. Чё за хрень? Я не могу штрихи просто пройти. Один раз я проехал, пока штрихи. Да блин, меня занесло. Я больше увлечен разговоровичем. Вот что вот это? Я просто врезаюсь в ней. Какого хера? А ты не врезайся. Вот я врезалась, а так нельзя. Я с тобой точно переобщалась. Помнишь? Помнишь ты, когда я тебе говорил советы, а ты не врезайся, ты типа такая там, да ладно, серьезно, а сама сейчас ты... Я говорю, я с тобой переобщалась. Ой, вот не надо стрелки на меня переводить, окей? Ты типа думаешь, если я прошлую карту был такой весь добренький, то я эту буду? Да. Нет? А чего такое? Хорошего понемножку. Ну вот так вот, да, значит. А то еще привыкнешь, смотри. Падай давай. Падай, я говорю. Куда ты там поехала? Падай, ему сказал. Падай! Алло! Поехал! Ай, врезалась! Я там вообще еще ни разу не был, она поехала. Так, ладно, японец, Ладно, японец, короче, и все. Что? Это ты взорвалась? Да. Я пштырь взорвалась, я не знаю.
Это что было? Просто взрыв на Волрайде. Как я взорвалась там? Офигеть. Что? Нормально, а чё? Почему бы и нет? Окей. Я в шоке. Я аж испугалась, я этого не ожидала. Господи, да что со мной не так? Я ж проходил эту дичь. Я уже наполовину сплю. Я сейчас просто увидела, что после этой спиральки, то есть там вот по этой тоненько проехать, там еще перепрыжка, там еще вентиляторы. Да ну нафиг. Он издевается. Нет. Издевается. По-моему, самое сложное — это вот эти гребаные штырьки, которые меня ни хера не пускают. Ну и тоненькие. Короче, да, дирижабль прав. Полностью поддерживаю. О, не попал на тоненькую. Да хоть раз до направляшки меня пустите, ну пожалуйста. Хоть один разочек. Что это? Ну, я прошла. А это что такое? И Миша прям следом прошел. Кардас. Да? А где здесь ехать-то нужно, блин? Я не помню. А где-то именно. Да вот следующий чек. Там вроде спускаешься вниз, разгоняешься. Ну вот я не вижу, куда ехать. Объезжаешь и все. Я не вижу, куда ехать. Я не пройду это. Я прошла. Я нету комментариев. Не буду заходить на твой видосик. Опять буду писать, я слабак, ты топчик. А тут скорость нужна еще. Это я сейчас не долечу. Офигеть. Это очень обидно. Я с вами не играю. Фу. Все. Пошли на Томиле. Ай, врезалась. Ну ты же это проходил. И что? Ты думаешь, если проходил это, то легче? По-моему, еще сложнее стало. А почему я в эту спираль ударилась? Я не могу перепрыгнуть просто по тоненькой. Чё за бред? О, долетело. Даже если это не лезешь. Тот случай, если ты проходил, стало легче. Тут гребаные рогатюльки. После еще гребаная кривая тоненькая. Вагон. А тут что? Перепрыжки! Я врезался в направляшку. Зашибись. И она меня просто стопорнула. Ну, первый раз это много я раз. Настопорнула. Да я знаю, что она стопорит, но я уже знал, как ее проходить. А она меня... И не сказал. Вот так вот, значит, да? Ты вот не спрашивал. Так вот, да? Ты прошла, слушай, вообще уже. Я там мучилась, она меня стопорила, и ты не сказал, как пройти. Ой, все. Серьезно, то есть ты прошла еще один комбо. У меня будет непройденная карта, плюс обидка. Зашибись. Огонь. Что я могу еще добавить? Мощный. Ой, а до следующей далеко лететь? Ай, тут дырочка, я вспомнила, я видела этот момент. Там в дырочку ж потом попасть еще. Я ж не помню ответов вообще. Если увижу, мы не вспомним. Наверное, да, что-то с дырочкой вроде было. Да блин. Писец. Будете меня ждать? Час будете ждать.
а то и больше. А теперь не уйдем. Я звал на там, или они хотели. Да почему я так криво вылетаю на грёбаной тоненько? Бесит! Не вылетай криво. Не слушай меня больше, пожалуйста, а? Плохие это советы, если честно. Вот вообще. А когда еще ни хера не получается, так вдвойне вообще не вообще. Вот, вот, и о том же. Не надо мне о том же, мне так можно, тебе нельзя. Я сейчас просто прочувствую кайф весь. Как... Не надо. Почему это было так забавно говорить? Вообще не забавно, это какая-то хрень. Придумала себе там какую-то. Фигню. Что я сделал? Там ж... Да нет, да, там... А, и там наверх, и что там еще наверху? Тоненькая? Я не помню. Что за бред? Я перепрыжки не могу пройти. Вагон, блин, этот еще. Охереть. Не могу пройти. Дохожу до туда, не могу пройти там. Ну что ж такое? У тебя еще будет один ролик, я весь ролик ною. Все. Все, что я делаю. А как тут не ныть, если оно не проходится? Вот как? Веселись. Молчать просто. Веселись. Бывает, не проходится. Смотрите, я упал. Да, вот так вот. Хорошо, я врезался. Ой, я проехал. Смотрите, я перепрыгнул. Я врезался. Ура! Так что ли? Это еще придумали. Господи, что со мной? Зачем я тебя вообще позвал на вот эти... Сидели на станте, да сиди молча там. Руки себе, вертись, да и все. Выключил запись и сиди молча себе там, типа, что-то делал. Мучайся, да? Нет, пошли на туриста, на Томиля. Ну ладно, Томиля, хорошая карта. Ну туриста, зачем было идти? Врезался в вагончик, а нахер. Да. Господи. Весело тебе, да? Ну ты клёво бомбишь просто. Да нихера это не клёво. Вообще вот ни раз. Когда бомбишь, клёво, а когда ноешь, нет. Ну, да нет. Я опять на эту тонкую не попала. Что ты ноешь? Да ну не беси. Ну, 35 минут. 35 минут я сижу на первом чеке. Охереть, блядь. Ну вот как тут не материться, если тут просто вот такая вот хрень. Ну бывает. Ну в смысле бывает? Ну тут даже автор сидел долго. А турист рукожу. Построить-то он умеет, а пойти. Ну держись, не долетела. Ну, тварь, как можно врезаться в вагон? Как? У меня уже не сил ни бомбить, ни проходить. Не, все просто. Я, походу, прошла. Молодец. Поздравляю. Криво, как-то косо, по-моему, но прошла. Ух. Ой, обстаклина. Ой-ой-ой. Мне страшно. Что здесь будет? Тварь. А чё так швыряет? Бесит, бесит. А ты не бесись.
Так я не бешусь, вижу. Просто бесит. Моя школа, я прямо ржусь. Прям берёт, да. Прям цепляет за душу. Годный совет, годный. Даже добавить-то не скажу. Просто нечего. Ула-ла. Я не могу здесь проехать. Я слетаю. А ты не слетай? Как тебе совет, а? Хорош, да? Скажи. Вообще. Мощь. Если бы у меня тут сейчас не спали, я бы так орал, честно. Так орал бы просто. Сейчас хоп, такой голос на заднем фоне. Ты так орешь. Слава богу, нету такого. Наушники взял прослушать, да, точно нету. Мало ли. Почему я тут слетел? Почему? Почему? Я ж проходил это, ну 50 гребаных минут, имейте совесть, хоть какую-то. Не плачь. Соберись. Да не могу я не плакать. Разберись тут, блин, а не соберись уже. Изыди, демон. А тут что такое? Прошла. Финишировать. Точно? Да. Уверен? Да. А что мне терять? Типа мне... Я далеко прошел? Ну, точно. Точно. Я даже не скажу, что ой, все, вот без меня финишировали. Вообще. Весь. Я не понимаю, что не так. Ну просто. Чудо, даже жалко. Да вообще печалька. Потому что это, блин. Хер знает, что. 50 минут просто просидел на одном чеке. И хер там, хоть бы что. Чарь, беда, огорчение. Финишируй, да, давай. Меня вентилятор сбил. Да тут клево сейчас мячики покатились. А я-то как рад. Это мячики. Смотри, чекай, сейчас пройду. Ну ладно, не пройду, хотя это радует. То есть, если бы я сейчас пошел и прошел бы, это я бы еще больше, наверное, сгорел. А, ты вниз вот так вот, аж, а я чуть-чуть. А я сейчас уже, не, я тоже обычно чуть-чуть, то есть просто сейчас смысла уже нет. Так обычно, да, под ней просто проезжаешь и дальше пошел. Трендос. Ну, хоть до часа уложилось. Радует. Уложился.